находимся на территории бизнес-центра «Парус», где проходила конференция по диетологии. И мы можем сказать, что сегодняшняя конференция была, по сути, рекламой молочных продуктов и биодобавок. Потом мы спросили у врача Министерства здравоохранения, и он сказал, что растительная диета может быть адекватной. Почему-то он добавил для мужчин только, но при этом это тоже позитивный ответ от Министерства здравоохранения.